И вы, кажется, первый из них, кто объяснил причину своего богатства словом, ну просто повезло. Когда ты утром просыпаешься, должно быть не стыдно смотреть в зеркало. Ну, около 2004 года на Банк24.рус случилась рейдерская атака, и мы прям столкнулись со всеми этими бандитами лицом к лицу. Они оказывали, ну, там, всякое давление, и, по сути, из нас денег выбивали. Это была очень-очень стрёмная, очень неприятная история. У Точки миссия делать мир удобным для бизнеса. И это чуть шире банка. И это про то, чтобы брать вещи, которые сейчас крайне неудобны, и делать их удобными. Здесь, ну, честно, хотелось бы не сколько журналистов удивлять, сколько клиентов, которые бы говорили: охренеть, я не думал, что это так просто можно сделать.